Всем привет, дорогие друзья! Ну что, продолжается наша программа «Адаптация 21». Напоминаю, что это 3 недели домашних тренировок по 40-50 минут. В основе этих тренировок в основном высокий интенсивный тренинг с собственным телом, никаких тренажеров. Программа идет очень интересно, мы видим результаты, нам все нравится. Значит, сегодня в конце видео мы напишем наш итоговый вес на второй неделе, так что смотрите до конца. Ну что, как прошла неделя? Короткая запись, погнали! Сейчас у нас отжимания с ребятами. Поехали. Программа идет. Отлично. Молниеносно пронеслась, неделя была очень трудная, рабочая. И знаете, становится немножко грустно. Грустно от того, что проект завершается, а проект дал нам выход эмоций, дал нам побыть на кураже, потому что в повседневной жизни этого на самом деле не хватает. Но в то же время нам радостно, весело от того, что мы видим результат проделанной нашей работы, видим отражение результата не только в зеркале, но и на доске, на весах. Поэтому я желаю вам пройти этот очень даже удивительный мир адаптации 21 вместе с нами, вместе с нашим проектом. Это очень здорово, это очень круто на самом деле. Друзья, теперь немножко о изменении в нашем меню. Мы убрали из рациона тунец, заменили его филе трески. К рыбе добавили немножко риса, буквально 20-30 грамм. Еще хочу вам сказать, что нет спортивного питания в этом проекте. У нас строго сбалансированное меню, где сочетаются в каждом приеме и белки, и жиры, и углеводы. У нас пятиразовое питание, и мы должны входить в нашу калорийность дня. У меня это 1400, у Димы 2000 калорий в день. Ну что, давайте перейдем уже к нашему утреннему взвешиванию. Итак, сегодня у нас 18 сентября, контрольное взвешивание. Поехали. 55,5. Отлично. Ребят, вы видели, мой вес составил 55,5, записываем его в таблицу, 55,5. В принципе, результат неплохой. Конечно, он отличается от первой недели, потому что на первой ушла вся вода. Сейчас я надеюсь, что потихоньку тлеет мой жир. Третья неделя в проекте, она более интенсивная, поэтому посмотрим на наш конечный результат. А что сейчас? Давайте зачеркнем уже наконец 15-й день. Сегодня 1400. Я опять-таки вхожу в рамки приличия. Ставлю смайлик, что все отлично, настроение у меня сегодня прекрасное. И зачеркиваем. Классно. Ну что, у Арины такие результаты. Теперь моя очередь взвешиваться. Погнали! Итак, мы 18 сентября. Поехали. 89,3 все-таки. Ну все.
Ну что, как увидели, мой результат 89 и 3. Ну что, да, вот такая восьмерочка у меня получилась. Получилось у меня 2,5 килограмма. Почти, и я очень доволен, отличный результат, тренировки делаю интенсивно. На следующей неделе будет еще жестче, потому что включаются силовые упражнения, там функциональность у них максимальная. Посмотрим, что у меня в итоге выйдет. Так, ну что, 15-й день, поехали. Сегодня я 200, мне получилось, я держусь в рамках, плюс 100 калорий ничего мне плохого не сделают. Все отлично, у меня хорошее настроение. Кстати, заметьте, что на первой неделе было тяжело, а на второй все, у меня один позитив. Так что я рад очень этому. Погнали, все зачеркиваем. Это большой стимул дает вот эти черкания, что осталось совсем немного. Немного, и будет финал. Ладно, ребята, давайте. Всем спасибо за внимание. На следующей неделе увидимся. Бай!